Здравствуйте, друзья, на прохождении игры в Cave. И продолжаем с вами проходить сюжетную кампанию. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key again and open the employee's back entrance. На ресепшене нам дали ключик для вхождения в следующую локацию. Так. We close at 5, so you might want to get a move on it. Так, стоп, народ. How can you pass up these amazingly desirable trinkets? Just bring me a suitable replacement and they're yours. Так. Ну и что, нам ключик дали, и что дальше? Непонятно. Что у нас с открытками? Зачем нам ключик? Может, в другую сторону нам нужно? Да. Вот. Открываем следующую локацию и пошли. Так, где тут наша Ларочка? Ларочку берем. Так плывет хорошо. Как собачка. Так, идем дальше. Спускаемся вниз на веревочку. Так, вот. Вот мы с вами и пришли. Так, все сбежались. Вот тетя Надя, наш профессор. Так, идем вниз. И смотрим. Так, что-то я эту локацию уже узнаю. Здесь мы были. А, так. Оп. Непонятно, зачем нам сюда. Ага, смотрите, куда мы пришли. Мы пришли где-то лава красная, это бежит. Ух! Так, есть, вот мы пробежали. Ну, что же теперь? Теперь нам нужно, наверное, спрыгнуть вот сюда. Ух! По-быстрому. Так, и здесь пришли, вот какая-то лампочка здесь, какая-то, тут, наверное, то ли какие-то, такое впечатление, что мы здесь уже были, вот такое вот, не знаю, как это чувство назвать. Так, стоп, 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 ага. Вот, смотрите, это тот шахтер, я понял, короче. Короче, забираем вот этот кусочек золота и идем с ним дальше. То есть нам нужно его... Подожди, а может нам нужно этот кусочек золота в вагонетку сюда кинуть? Не, хорошо. Так, движемся, значит, дальше. Тык-тык-тык, оп. Так, это где мы здесь находимся? Здесь мы, по сути, мы уже были, да? Кнопка лифта зачем? Зачем нам этот кусочек золота? Вот я не могу понять. Стоп, а может нам этот кусочек золота как-то нужно... нужно как-то... Ага. Все, я понял. Короче... Все понятно. Тут, в общем, все эти персонажи. Так. Да ладно. Не, вообще, да. Берем тетю Надю нашу. Вот. Тут, в общем, все эти персонажи со всех предыдущих локаций, в которых мы были. Вот. Их, я так понял, нам тоже нужно спасать. Всех вот этих вот. Так, вот мы взяли собачку. Собачку Спанки. Тетя Надя его взяла. Хвостиком так мотыляет. Интересно. Так, и нам нужно теперь деревенщину нашего взять. Босоного. А вот этот вот, я не знаю, что он возьмет у нас. Так. Оп.
Ага, нельзя этого нашего, как его там правильно назвать, Робинзон Крузо или как? Так, хорошо, идем дальше. Стоп, а ниже мы сюда спуститься не можем, да, походу? А ну-ка, что здесь у нас? Ага, так. Буль-буль-буль. Все ясно, гребень чудовища, вот. А этот забирает гребень чудовища. О, стоп. Нам нужно вот эти вот три экземпляра отвести вот этому служащему, который у нас там на ресепшене стоит, который давал ключик нашему персонажу, чтобы мы открыли этот замочек. Вот, значит, что нам нужно? Нам нужно идти вот в эту сторону. Вызываем лифт всех наших персонажей. Вот эту Ларочку с золотом, профессора со спанки. Так, все заходим сюда. Оп, оп. Ага. То есть тут надо нажать, чтобы оно нас подняло наверх. Так, вот, мы пришли. Пришли наверх. Теперь все они выходят. Оп. Вот, вот. И мы как раз вернулись туда, куда нам нужно. То есть наверх нам нужно подниматься. В принципе, тут сложного ничего нету. Так. Стоп, сейчас мы еще раз вернемся сюда. А ну-ка, стоп, если мы сюда вернем, вот так вот запрыгнем. Мне просто интересно знать, куда мы выйдем с вами. Так. Ага. Короче, это мы вышли куда-то не туда. И тут пройти мы также не можем. Хорошо, значит, нам двигаться именно туда вверх. А ну-ка, стоп, давайте сюда еще вот спустимся. Ох ты, думал, чтобы я уже точно был уверен, что мы движемся по правильному пути. Да, все совершенно верно. Движемся мы верно. Оп. Походу, мы уже близки к финалу этой игры. Так. Опача. Поднимаемся наверх. Ну, по-любому, нам их нужно все вот эти вот... Все вот эти вот предметы отнести этому персонажу, чтобы он нас пустил в следующую локацию. Так, буль-буль-буль. Я думаю, наши друзья там подтянутся сами по себе. Oh, that is very nice. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. There you go. Так, магазин сувенира. Остальных мы не можем. Так, нам дали какого-то медвежонка пушистого. И нам нужно кому-то его, я так понял, отдать. Этого медвежонка, чтобы нас пустили дальше. Кому вот, я вот не помню, кому мы медвежонка, там где, я так понял, где вот эти вот аттракционы были. Так, все, вышли мы, наверное, да, куда-то. Горячая ярость отказа, короче. Ага, так, теперь вот. You've outdone yourself on this one. I don't think its rightful owner will miss it much. Enjoy. Ага, все. А, так я понял, нам, короче, это самое, вот мешочек с деньгами дали. Интересно, интересно.
Так. Мешочек с деньгами. Выходим дальше. Короче, каждый получил то желание, которое было в начале, когда мы начинали проходить. То есть, допустим, профессор ученый, он захотел, невообразимое благосостояние. То есть, тетя Надя ученый мечтала о богатстве, что она, в принципе, и получила, пройдя все вот эти вот задания, которые предлагала нам пещера. Вот. Так. И теперь вот наша Ларочка, путешественница, она мечтала найти клад. И как бы вот этот вот кусочек золота, он символизирует о том, что она достигла своей цели. И, ну, в принципе, все, как говорится, мечты сбываются, да? Этот самый деревенщина. Так. Деревенщина в панке. Fabulous replacement trinket. Oh, that will do just fine. Так, а что ж получит Ларочка? Possession is 9/10 of the law. That other 1/10, you earned it. Ага. А Ларочка получила за это вот медаль, или как она называется, не медаль, а статую в виде кошки. То, что она достигла своей цели. Так, хорошо, все, идем дальше вверх. Ну и по сути это уже финал игры, мне так кажется. Очень интересная игра, всем советую пройти. Так. Вот. И она также... И она также выходит. Так, некоторые компаньоны уничтожены. Так, все, отлично. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. Да, вот это, друзья, уже конец. Вот нам уже... мы видим титры, да? То есть главный дизайнер, то есть кто занимался разработкой этой игры. Надеюсь, вам также игра понравилась. То есть все вот эти вот головоломки интересные, хороший сюжет такой мне лично понравился. Поэтому пишите в комментариях, за каких персонажей вы играли, чем запомнилась игра, возможно, что-то новое для меня напишите, возможно, я что-то пропустил или что-то недопроходил. Также пишите. В общем, всем спасибо за просмотр. Это была финальная версия, финальная серия прохождения. И всем до следующих видео. Пока.